Здравствуйте, дорогие мои подписчики и случайные зрители моего канала. Сейчас я вам покажу огромную коллекцию украшений, которую я сделала для Галины. Делалась она очень долго. То камней у нас не было, то времени не было, но Галина терпеливо ждала, за что ей огромное спасибо. И вот, наконец-то, коллекция готова. Я сейчас сниму видео, и можно уже отправлять посылочку. Итак, начнем. Первое, вот такое шикарное белоснежное колье трехрядное. От мелких бусин к крупным собрано. Вот я выписала 4 размера, но самые мелкие еще остались бусинки. Вот, покрупнее выбрала. Вот эти вот 12 миллиметров, 10 и 8. Вот, и серьги. Все размеры тоже здесь есть. Колье можно делать короче, можно делать длиннее. Там вот такой еще запас цепочки есть. Вот это самый короткий вариант сейчас. Вот. И к нему я еще сделала вот такой браслетик в 2 нити. Сейчас я прицеплю его. Вот такой белоснежный, нежный, снежный. Бусинки матовые, холодные. И такие слегка шершавые. Ну, смотрится просто, вот белее не бывает. Вот такой белый-белый. С браслетиком помучилась. Как-то он у меня вечно перетянутый получался, пока я уже не нашла нужную длину. Вот, пока он в развернутом виде, ровненький такой, и тут как бы видно, что тросик оголяется. Но стоит его завернуть, все, он туго натягивается, и уже нет вот этой вот. Вот намучилась я, чтобы вот найти вот это вот нужное расстояние, которое нужно оставить. 4 раза я его разбирала. 4 раза. С первого раза никак не получилось у меня. Как-то вот вроде все оставила место, и все равно потом он колом встает. Поэтому вот сейчас нормально. Вот. Вот такая белоснежная красота. Это мой платочек. Я демонстрирую коралловый, который купила. Смотрите, как хорошо с белым он сочетается, коралловый. Смотрится, кстати, не хуже жемчуга. Белоснежные бусины. Выписывала как оникс, но не уверена. Не уверена, что это оникс. Но холодные такие они и тяжелые, очень тяжелые. Как камень. Сложно определить. Я не гемолог, но нужно было нам именно белое. Поэтому белое и взяли. Браслетик из розового кварца, трехрядный, могу показать на себе, потому что у нас с Галиной одинаковые запястья. Вот так выглядит. Средняя нить бусинки покрупнее, и я туда фурнитуры поставила под серебро. Вот такой нежненький розовый кварц. Все, только браслетик. Ни сережек, ни бус не делали, потому что не надо. Комплект из сердолика. Вот такое трехрядное колье. Здесь бусины, наоборот, от крупных к мелким, как водопад. Вот, сережки вот такие. И чтобы перекликалось колье с сережками, я сюда вот на колье поставила точно такие же, как это назвать, конусы. Вот такие. Вот. Очень длинная получилась. Ну, как Галина просила, так я и делала. Вот. И браслетик. Такой браслетик. Сейчас я его тоже прицеплю. Вот так выглядит.
И уже у нас был этот комплект готов, и Галина мне написала: хочу еще один браслет, чтобы была пара. Вот. И я сделала для нее еще браслет один. Он выглядит по-другому, но бусинки такого же цвета. Вот так. Вот такие два браслетика. Прямо камней целая гора. И хорошо в бронзе смотрится. Вот. Такой браслет. Ой, девочки, пока делала, весь палец себе изранила. Я тут отстригала ювелирный тросик и придерживала его, тут вот кончик, который нужно было отстричь. И он мне вонзился в палец. Вот крошечка, прямо отстриженная крошечка вонзилась в палец. Ужас. И я ничего не могла сделать. Дочь мне ковыряла, ковыряла. Он прям туда под кожу вошел и все. И что вы думаете, на ночь я привязала лук поджаренный. Просто пластинку лука отрезала. И привязала. И на утро у меня палец распух, и вот это вот осколок, вот этот ювелирного тросика, он прямо вот тут вот на коже лежал. Я его водой просто смыла, и все. Вот для тех, кто не знает, как занозу вытащить, лук — это вообще отличное средство. Можно хлеб с солью, но мы так расковыряли палец, что соль просто бы его разъела. Поэтому вот лук безболезненно вытащил вот эту занозу на поверхность. Но палец у меня пораненный. А вот это колье из цитрина под воротничок. Тоже мы сделали одно из последних. Но я вот сейчас его решила показать, пока у меня платок здесь. Оно надевается под воротничок в лузы. Ну, можно, конечно, и так носить. Вот я цепочку поставила под бронзу. И вот такое вот сверкающее колье замечательное из цитрина. Все, тоже у Галины есть и браслет, и сережки. Нам нужно было только колье. Вот такое коротенькое. А это у нас длинные, предлинные бусы из крыжовника. Это зеленый оникс. Вот шикарная зелень, мне очень нравится. Посмотрите, как в бронзе она выглядит, эта зелень. Вот такие шапочки я на бусины поставила. Очень длинные бусы, прям очень длинные. И это еще не все. Вот серьги такие. И к этим же бусам еще вот такие бусы покороче, но уже с подвеской бронзовой. Посмотрите, как богато смотрится. Вот так вот выглядит трехрядное украшение. Все бусы можно по отдельности носить, как угодно, но согласитесь, все вместе как шикарно смотрится. Галина такая женщина эффектная, очень молодая, эффектная, стройная. Я думаю, на ней будет просто восхитительно это сидеть все. Надеюсь, ей понравится. Но она все это видела. Я ведь всем моим заказчицам фотографии прежде высылаю. Согласовываем все. Если ей нравится, то я так и делаю. Так и оставляю этот вариант. Тут вот все нравилось. Я сначала повесила сюда другой кулон, подвеску, но не смотрелась, поэтому поменяла на этот, и все. И прям как тут и было. Вот так. И браслетик такой изящный. И браслетик. И еще немного зелени. Это индийский агат. Ну, тут не только зелень. Он весь разноцветный. Вот эти бусины, они такие
сиренево-лиловые, что ли. Розового там немножко есть. Такой цвет сложно определить. Ну, вот это темно-зеленые. Естественно, в бронзе. Посмотрите, какая красота. Галстук длинный, поэтому его, возможно, вам не видно. Но я могу поднять. Но вот нам нужна была именно такая длина. Длинный он нужен был, поэтому я сделала. Ну, вот так вот на черном вам показываю. Бусинки постаралась все симметрично по цвету подобрать. Ну, надеюсь, у меня получилось. В бронзе смотрится, ну, просто. Как я люблю зелень в бронзе. Как это все идеально сочетается. В серебре, конечно, не так. Серебряная фурнитура, она свежит. А вот это прям винтажность. Такой какой-то вени старины бронзе придает. Вот такой галстучек у нас длинненький. Здесь тоже без браслета. И вот такой галстучек в серебре уже. Фурнитура под серебро. Я его укоротила, он тоже такой же длинный. Но я его сделала покороче, потому что оно не видно. Просто вам не видно. Вот, это нефрит. Ну, такой нефрит, не высшего качества, это поделочный такой. Мутный, с включениями. Ну, хороший камешек, красивый. Нефрита у меня нет, это мой галстук был. Ну, Галина сильно захотела, поэтому я ей свой отправлю. А сама в поиске сейчас вот подобного, именно подобного. Потому что нефритовое кольцо и серьги у меня есть. Там ювелирный камень, но он вот точно такого цвета. И мне вот этот галстук так подходил, поэтому я сейчас вот ищу такой камень. Может, на ярмарке где-то встретиться, обязательно куплю бусин. Обязательно, сколько бы они ни стоили. Потому что мне нужен этот камень. Вот такое вот украшение. Здесь без браслета, без сережек, просто галстук. А теперь у нас сиреневая тема началась. Опять же галстук, полюбилась нам эта модель. Чароид чистейший. Посмотрите, какие чистые бусинки, без включений. Просто идеальные камешки. Вот такой красивый, нежный чароид. Тоже только галстук у нас. Галстук тоже длинный, я его там завязала, чтобы было видно. Аметист. Коротенькое колье из мелких камешков. Вот такое нежное, пушистое. Ни браслета, ни сережек нет. Но у нас есть еще другой аметистовый комплект. Поэтому можно смело сочетать. Будет красиво тоже. Вот такой браслетик, например, у нас есть. Сюда подойдет идеально. Бусинка шикарная. Вот это по центру. Она такая не совсем ровная. Диковатые они такие бусины. С рисунком аметист. Они прозрачные. Вот. Вот сюда подойдет хорошо этот браслетик. А вот это второй комплект из аметиста. Вот я вам как раз про эти бусины говорила. Ну просто шикарные. Мне нравится, что они вот своей дикостью нравятся. Что они такие все разные. Разные формы. С огранкой они. Вот форма неровная, да, и тем не менее бусины с огранкой. А здесь круглые шарики бусины. Вот. И сережки, вот 12 миллиметров, крупные сережки. Вот такие. Вот все вместе так смотрится. А вот так выглядит по отдельности. Вот такие бусы длинные. И вот этот браслет от этого комплекта. Сейчас его прицеплю. И вот браслетик.
такой комплект. Очень мне нравится. Вот этот очень нравится. Тоже длинные бусы. Красота. Сиреневая красота. Полудикая. Аметиста нам показалось очень мало, поэтому следующее украшение двухрядное. Эти бусинки уже ровные абсолютно. Они не граненые, они просто такие, как монетки, гладкие. И вот эти вот бусинки между ними, они уже мелкие. Здесь особо крупных нет. Вот, но зато здесь есть вот такая замечательная кисточка. Галина, кисточку я нанизывала на мононить. Она, конечно, не такая прочная, как ювелирный тросик. Поэтому, ну, поаккуратнее с ней. Но зато она вот такая подвижная вся. Вот она из совсем мелких бусин. Вот такие. Совсем мелкие-примелкие. Вот. Кисточка. И вот такие монетки. Ну и сережки. Эти же. Да? Да. И вот эти сережки. Сережки на все случаи жизни. Они подходят везде, ко всем комплектам. Вот такие у нас были украшения для Галины. Эти все бусины новые, не переделки. Все заказывалось для нее индивидуально. Я считаю, что все у нас получилось. Галина довольна, видела все фотографии. Сейчас я упаковываю и отправляю ей в Брянскую область. А на этом все. Пока-пока. До встречи в следующем видео.